Все вы получили анкеты. Заполните их, подпишите. А потом сдадите нам, когда получите свои номера. Только сначала прочтите условия. Если вы сломаете ногу, мы будем вас лечить. Если разболится голова, получите бесплатно аспирин. За лихорадку, упадок сил и пневмонию администрация не отвечает. Итак, прочтите и распишитесь. Здесь танцуют круглые сутки. Танцуют, 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 но через каждые 2 часа 10-минутный перерыв. Ролла, дай сигнал. Предупреждаю, если кто-нибудь из вас упадет, у него есть 30 секунд на то, чтобы подняться. Только 30 секунд. Если он не поднимется, он снимается с конкурса. Никаких объяснений, никаких извинений. Ролла, сигнал. Конкурс проводится на честных условиях. Слово судьи – закон. Если ваш партнер будет снят с конкурса, вы имеете право танцевать в одиночестве только 24 часа. Если вы найдете себе нового партнера, очень хорошо. Если нет, вы тоже снимаетесь с конкурса. Все. У нас установлено круглосуточное дежурство массажистов и тренеров. Кормить вас будут 7 раз в сутки. Что за грохот, черт подери? Простите. Держи, парень, анкету. Вон да за тем столом, можешь заполнить. Здесь во время конкурса будут присутствовать врач и медицинские сестры. Если есть вопросы, подходите и спрашивайте. Дайте мне передохнуть. Сейчас вы получите номера, и перед вами распахнутся магические двери на пути к славе и удаче. Проходите, проходите. Куда мне идти? Следующий. Я ведь, знаете, первый раз проходите, участвую. Девчонки.
Идите, идите, не задержитесь. Вы все знаете? Да, я все знаю. Ну, вы первый раз? Нет, нет. Это куда руки? Все равно. Отнеси в кладовку. Торги, проверь подсобные помещения. Ну, хорошо, подойди сюда. У вас, наверное, все в порядке. Пожалуйста. Конечно. Возьмите. Та же система, что и на флоте. Стой в строю и жди. Эй, а побыстрее немного нельзя? Твое от тебя не уйдет. Это что, виски, доктор? Нет, это лекарство, у меня больная печень. Настойка на опиуме. Не давай номера. Смотри-ка, вот еще. Я болен, это мое лекарство. Ну и принимай его дома, а здесь тебе делать нечего. Конченый разговор проходил. Это несправедливо, если человек болен. Ну ладно, хватит, давай отсюда. Следующий. Как-то я перевозил скот в Чикаго, когда остался без работы. Так вот здесь то же самое. То есть, как? Я вас не понимаю. Ей-богу, скоту там было не намного хуже, чем нам здесь. Лучше. Скотину всегда кормят. Даже откармливают, чтобы потом отправить на бойню. Спускают по очереди в подвал, а там уже стоит здоровенная детина с кувалдой. Бум! Они ведь не знают, что с ними будет. В этом их преимущество перед нами. Да, пожалуй, вы правы. Ему не здоровится? Ерунда. О, ваша специальность, мисс? Я актриса Алис Леблон. Из Бостона. Вы для нас, конечно, что-нибудь приготовили. Мы с Алис приготовили сценку и сейчас покажем, если разрешите. Да, я не должна была тебе верить. Я знала, что ты безрассуден и легкомыслен. О, Господи, ты мне говорил о любви, обещал мне жизнь, а вместо того вергнул меня в бездну отчаяния. Алис... Это просто великолепно. Шекспир, а? Это Сент-Джоан. Да, именно так я и думал. Это немного высокопарно, но, в общем, мило. Я вам помогу. Мисс Мэй! Эй, Рокки. Смотри. Ну что? 32. Да, 32. Может, представить метрику? Проходи, моряк. Следующий. Побыстрей! Побыстрей! Доктор, ты что, болен? Он здоров. Откройте рот. Шире. Шире. Да здоров он. Горло воспалено. А может быть, у него ангина? Это не шуточки, парень. Ты мне здесь всех перезаразишь. Да вы что? Очень жаль, но ты не подойдешь. Следующий. Мне очень жаль. Слушай, ведь ты же сам втравил меня в это дело. Извини, Глория. Глория! Эй! А что будет со мной? Извините. А может, на этот раз вы сделаете исключение? Нет, я заверил санинспекцию, что больных не будет. А это вы допустите. Она же беременная. Вижу. Это вполне естественное состояние. Прошу. Может, вы и мне посоветуете забеременеть? Что ж, можно это обсудить позднее. Только не со мной. Это наш номер. Так что же вы мне прикажете делать? Найдите другого партнера. Где его найдешь? Эй, ковбой! Да, ты. Иди сюда. Продвигайтесь. Я зашел просто так, я совсем не... Ерунда. Твое имя, ковбой? Роберт, Роберт Саверт. Рокки! Одну минутку. У тебя есть партнерша? Нет. А зачем она мне? Я ведь не собираюсь. Получайте, мисс. Он мне ноги отдавит. Не отдавит. Это вы о сапогах? Они не мои, их оставил мне один парень. Он же проломит пол. Так достань ему туфли. Или, может, подождешь принца Уэльского? Выбирать не приходится. Конечно. Значит, договорились. Внимание!
внимание, дорогие зрители! Добро пожаловать на танец судьбы! Мы будем танцевать круглые сутки, но это еще только начало, только начало! И никто не может предвидеть, сколько времени продлится наш танцевальный марафон! Конец наступит тогда, когда из этих замечательных ребят останутся только двое. Только два последних участника, измученные, едва передвигая ноги, пройдут через мрак разочарований и поражений к солнцу победы. Напоминаю вам, только одна пара сможет выйти отсюда, добившись исполнения своей мечты. Наши герои получат большой приз $1500, представляете, леди и джентльмены, 1500. Посмотрите, в бой вступают 102 пары. Но я сказал один приз, поэтому только одна пара, только она добьется успеха. Тот, кто не выдержит, кому не под силу, выбывает из конкурса. Это трудные условия, согласен, так ведь и времена сейчас нелегкие, но, как говорит наш великий президент Герберт Гувер, то благоденствие рукой подать. А что мы скажем о депрессии? Вот что мы скажем о депрессии. А теперь можно и начать. Пусть начинает танго. Дай мне глоток воды. Итак, выберите фаворитов, боритесь вместе с ними, надейтесь вместе с ними, плачьте вместе с ними, угадайте счастливую пару, ободряйте этих ребят. Пусть они почувствуют, что вы за них болеете, думаете о них, что вы с ними вместе. Вы слышите? Наши чудесные зрители подбадривают вас, ребята. А теперь, друзья мои, легкий спринт в честь нашей уважаемой публики. Смотрите, смотрите, леди и джентльмены, какое воодушевление! Приехали в Калифорнию. По крайней мере, не замерзнешь, когда будешь подыхать. Да и Голливуд рядом. Вы актриса? Я снималась в трех массовках. Конечно, я могла бы сниматься чаще, да на учет трудно встать. А знакомств у вас нет? Тут не знаешь, с кем знакомиться. Сегодня у нас светитель, а завтра продюсер. Чтобы добраться до босса, надо вскочить в его машину на ходу. Ты посмотри на эту пару. Ничего ломается. Она ведь все равно здесь ничего не добьется. Чтобы получить роль в Голливуде, нужно совсем другое. А ты снимался в кино? Один раз. Играл покойника в «Падшем ангеле». Зря стараешься сейчас набирать статистов на картину Штернберга «Сырая земля». У тебя же нет крестьянского платья. А сыграть я бы могла. Но не в этом же платье. Она тебе нравится? Это не важно. Да, лишь бы им понравилось. Эй, крошка, нашла партнера? Ну, у него вид не лучше, чем у первого. А ты что, доктор? Ты не обижайся на него, дорогая. Я просто хотел дать совет. Пей рыбий жир, это очень помогает. Он же старше тебя лет на 20, дорогой мой. А может быть, на все 30. Ты ничего не понимаешь, моя птичка. Самое главное в жизни – это опыт. Можешь мне поверить, сейчас вы увидите. Пожалуйста, чечок. Отлично, старина. Ты, небось, побеждал на конкурсах еще до всемирного потопа. Давайте поаплодируем нашему древнему морячку Гарри Кляйну. Внимание, внимание, внимание. Благодарю вас, господа.
Вы, конечно, догадались, что Гарри служил в американском флоте. Но вы не все знаете. Я хотел бы на минуту стать серьезным, с вашего позволения. Гарри Кляйн был в числе тех храбрых парней, которые воевали против кайзера. Да, он ветеран мировой войны. Дай бог, чтобы она больше не повторилась. Гарри получил боевой орден, потому что вел себя как герой. Но не в этом дело. Я знаю, что Гарри будет мной недоволен, но я все-таки скажу, пусть он меня простит. Этот парень просто набит железом, в нем сидит 20 осколков, 20 и еще 2. А теперь он здесь и снова принимает участие в сражении, чтобы победить. Такая стойкость, бодрость духа и вера в себя, разве это не делает нашу страну великой? Я убежден, что это так. Убежден в этом до глубины души, уважаемые леди и джентльмены. Вот бы научиться так. Ну как? Я не очень на тебя навалилась. Ну что ты? Ты мне никогда не мешаешь. Ты должна думать только о том, что нас будут каждый день кормить. Чувствуете? Что? Шум волн. Океан у нас под ногами. Его чувствуешь, даже когда бываешь совсем далеко. У нас его не чувствуешь. А вы откуда? Тут рядом. Техас. Последний год в Далласе. Там, наверное, отлично. Отлично? Я, правда, никогда там не был, но мне почему-то так представлялось. Куда ни взглянешь, всюду такой простор. И ничто не закрывает горизонт. А кактусы? Я там на эти колючки нагляделась вдоволь. Почему вы оттуда уехали? Кто-нибудь из твоих знакомых жевал табак? Я там жила с одним идиотом, так он не вынимал его изо рта. Тебе что, места мало? Извините, пожалуйста. Она так крутит задом, он устанет у нее раньше, чем ноги. Он был мясником. Кто он? Да тот идиот. Я не хотел вам навязываться и задавать личные вопросы. Ну, спросил же. Для того, чтобы завязать разговор, мы же будем вместе довольно долго. Развлекать меня не обязательно. Что ж... Внимание, 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 леди и джентльмены. В нашем соревновании принимают участие и супружеские пары. Джеймс и Рюби Фикс из штата Миннеаполис и еще одна пара с Аляски. Мы приветствуем супружеские пары, участвующие в нашем конкурсе. Обратите на них внимание, леди и джентльмены. Улыбайтесь зрителям, ребята. Да повеселее. Не вижу зрителей. Посмотри получше. Он может вас дисквалифицировать. Я давно дисквалифицирована. Через 10 минут они вернутся. И марафон будет продолжаться, продолжаться и продолжаться. Как дела, девушки, очень устали. Ужасно. У меня тоже голова идет кругом. Идите, дорогая. Айвин вам помассирует мой. Стирайте, мыться будете в ванной комнате, только там. Найдете там мыло и полотенце. Запомните, девушки, стирать и мыться только в ванной комнате. Полотенце и мыло там. Мисс Леблан, вы уже приготовили отрывок? Да, мы почти готовы. Все в порядке. Прекрасно. Зайдите в следующий перерыв ко мне в кабинет. Ты бы прилегла.
Когда появится ребенок? Я не знаю. А что говорит доктор? Видите ли, я и Джеймс подрабатывали. Мы ездили в одном фургоне. Значит, чудо природы. О, Боже. Что? Как можно заводить детей, если их нечем кормить? Дала бы лучше отдохнуть ногам. Осталось всего 5 минут. Вы думаете, только богатым можно иметь ребенка? Ты решил оставить? Но мы никогда не сможем разбогатеть. А Джимми хочет иметь маленького. Да. Еще одного нищего произвести на свет. Никаких вольностей с девушками. Щипков и тому подобного. Слушай, а ты куда? Домой, мне эта штука не под силу. Лучше буду на ярмарке доставать флаг со столба. А вы все просто психи. Слабоват парень, с трудом дотянул до первого перерыва. А у меня это 7-й марафон. Представляешь, мы с женой однажды даже одержали победу. Да? Как он себя чувствует? Мы протанцевали 1402 часа. Хочешь протереть туфли? Как ваше ухо? Хорошо, спасибо. Это не первый класс, и даже не места на палубе, но сойдет. А я и не собирался участвовать. Попал сюда случайно. Смешно. А знаешь, что я бы сделал, если бы был в твоем возрасте? Пошел бы во флот. Мне это как-то не очень. Я бы предпочел сниматься в кино или что-нибудь в этом роде. Любишь легкую жизнь? Это скоро надоест. Парень, надо заниматься серьезным делом. Выбрать профессию, которая бы обеспечила тебя. Может быть, я над этим не задумывался. Ну, задумаешься, парень, когда доживешь до моих лет. Хотя я не так уж и стар. Здесь очень важные мышцы, сынок. Важнее, чем в ногах. Их надо помассировать. Все цветы, она будет ждать тебя. Ну как? Алис. Слушай, Алис, это кошмар. Ну, эта роль не моя. Надо будет поискать что-нибудь другое. Что ж, поищи. Слушай, красотка, платье из Парижа? Нет, это моя мама шила. Хорошо? Очень чудесно. Держу пари, через первые 100 часов мы начнем привыкать. Ты куда смотришь? Там наверху одно стекло разбито. Я смотрю, не светает ли. Это в 4-то утра. Ну и что же? В это время у моря иногда светает. Например, на Гавайях. Вы знаете, где это? Да, знаю. Послушайте, когда на горизонте появляется солнце, море становится розовым, а на небе золотые полоски. Это так красиво.
А как ты оказался на Гавайях? Я никогда там и не был. Но ведь можно вообразить все, что захочешь. Да, можно даже вообразить, что ты Гарри Купер. Я не это имел в виду. Почему вы всех задираете? Я только подумал... Слушай, скажи этой твари, чтобы она оставила мою жену в покое. Нам нужны ее советы. Ее никто не спрашивает, что она лезет не в свое дело. Если она еще раз посмеет посоветовать Руби избавиться от ребенка... Иди к черту, обезьяне морда! Ну ты! Брось. В следующий раз она у меня получит как следует. Эй, прекратите! Вы что, спятили? Никаких драк. Дорогой, здесь вам не пивная. Не надо. Я не спущу с тебя глаз. Буду счастлива. Ты видела его лицо? Он же мог убить тебя. Да, наверное. Тогда зачем ты полез? Вы же моя партнерша. Сколько еще осталось, ребят? Что с тобой? У меня страшно болит живот. Я даже не знаю, смогу ли подняться. Знаешь, только не принимай кодеин, а то это плохо кончится. Танцует уже 97 часов. Взгляните на них, они все еще борются. Никто из них не потерял надежду получить $1500. Давайте поаплодируем этим славным ребятам, они этого заслуживают. Отлично. Хотите немного поспать? Я слишком устала, чтобы спать. Моряк говорит, что должно пройти много времени. Может, часов 500, пока научишься спать во время танца. У вас усталый вид. Ерунда. Ну, почему бы вам не поспать у меня на плече? Вы можете опереться на меня? Один парень тоже так говорил. Что? Ничего. Глория! Старуха опять здесь. Что, она ночует тут, что ли? Будьте с ней полюбезней. Она хочет стать нашей покровительницей. Что нам это даст? Даст $4 в неделю, новые носки и туфли. Пойдемте. Я миссис Лейден. Да, мадам, мы знаем. Ролла говорил, что вы будете за нас болеть. Потому что вы моя любимая пара. Ваш номер 67. Это год моего рождения. Неужели? Угу. Нам нельзя оставаться на одном месте. Я вас не держу, тут строго. Смотрите, не сдавайтесь. Желаю успеха. Вы победите. Надеюсь. Нельзя уходить с площадки. Я сниму вас с конкурса. Извините. Ну и видик у них. Они этого не замечают. Что ты, Руби? Почему ты не сказал, что будет так трудно? Ты держишься очень напряженно. Нужно расслабиться. 65. Это я высчитала, сколько ей лет. Надеюсь, что не доживу до такого возраста. Вы ошибаетесь.
Это было не так. Мы были с ней друзьями. Мы очень сблизились. А сейчас, леди и джентльмены, посмотрите, как они едят. Это тоже зрелище своего рода. Их кормят 7 раз в сутки. И уверяю вас, они могут слопать все, что вы видите. Как тебя зовут, дорогая? Мэр. Ты довольна едой? Очень. Она довольна. Эти парни и девушки танцуют уже 4 суток. Может быть, они и устали, но поверьте мне, они всегда сыты. У них только 10 минут на еду. Но даже в это время они не должны стоять на месте. Как себя чувствуешь, морячок? Все в полном порядке, сэр. Благодарю вас. Пищу готовят у нас специально приглашенные повара. И это недешево обходится администрации. Но мы знаем, что наши парни и девушки должны быть хорошо накормлены. Так ешьте, ребята, и танцуйте. Мне надо много есть. За двоих. Да? А что будешь есть, когда он родится? Нашумевшей бродвейской пьесы «Частная жизнь». Наши Рамон Наварро и Джин Харлоу, Джоэл Жерар и Алис Леблон. Ты думаешь, мы им понравились, а? Надеюсь. Ты никого не заметил? По-моему, есть кто-то из Голливуда. Алис и Джоэл опять вернутся к нам, если вдруг кто-нибудь из Голливуда не украдет их у нас. А сейчас, если позволите, я, следуя нашим правилам, кое-что сообщу вам. Сегодня еще одна пара получила покровителя. Смелые ребята, очень мужественные, это пара номер 67. Глория Битти и Роберт Сайвертон. Покажите зрителям название компании, которая помогает вам выиграть. Поздравляю, ребята, от души поздравляю. Я убежден, что с такой поддержкой можно только выиграть. А если бы мы и вправду выиграли, что бы вы сделали? Почем я знаю? 1500. Наверное, купила бы яду. В чем дело? 2 часа прошло, Рокки. Ты просил разбудить тебя через 2 часа. Дай-ка мне сигарету, Торки. Ты только погляди на этих милых, этих славных людишек. Закрой. Закрой эту чертову дверь. Милые, славные. Тебе следует это понимать. Я тебе не говорил. Мой старик и 4 классов не окончил. А что касалось людей, не мог отличить локоть от зада. А знаешь, чем занимался? Врачевал людские души. Я разъезжал с ним, зазывал людей, помогал ему и был тем, кого он исцелял. Иди, мой мальчик. Я положу тебе руку на голову, и ты пойдешь.
старый бандит. Он думал, верит ему. А верили-то мне. Пианиста пальцы растягиваются на 1,5 октавы. Ты здесь стоишь. Нужно хоть немного полежать в перерыве. Я хотел посмотреть на закат. Иди-ка приляг, потом посмотришь. Хорошо. Закат ему нужен. Положила вот сюда. Сестра! Оно исчезло. Исчезло! Что исчезло? Мое платье. Оно... Да вот оно перед вами. Нет, нет. Новое платье. И лента для волос. И помада. О, все, все исчезло. Кто-то лазил мой чемодан. Никто ничего не трогал. Наверное, сама куда-нибудь засунула. Вы воровки! Вы! Вы украли у меня вещи! Успокойся, перестань! Давай лучше воров поищем! Успокойся! Черт подери! Что здесь такое? Скорее, не задерживайтесь, девушки! Вас ждут! У меня украли платье. Оно было в чемодане. Она не врет? Нет, нет. Мам, не думай. Смотри там еще раз. У тебя есть несколько секунд. Я смотрела, я все пережила. Ничего нет. Потом ничего, поговорим. Поймите. Иди, уже пора. Ваше платье. Кому подождите, нужно твое подождите. Платье? Подождите. Прошу вас. Прошу вас. Это подождите, девушки. Прошу вас. Brother, can you spare a dime? Thank you.
Ты что? Да так. Для чего эти линии на полу? Потерпи немного, увидишь. Сейчас начнется. О, Господи. Дорогой, я не выдержу этого. Ты выдержишь, детка, только не надо об этом думать. Ну и подлец. Не забывайте, ребят, что зрители это очень привлекает. Кстати, сегодня среди них есть кое-кто из Голливуда. А теперь получите форму и прикрепите как следует свои номера. Эй, номер 63, не порви майку. Учтите, ребята, я взял эту форму на свою ответственность всего на один день. И если вы ее порвете, мне придется за нее заплатить. Будьте же осторожны. Кому формы не хватит, могут остаться в чем есть. Это не имеет значения. В зале будут доктор и медсестры, так что в случае чего о вас позаботятся. Так вот, кто уже участвовал в конкурсах, знает, что это такое. Ну, а новички узнают сегодня. Сейчас, друзья, начнется самая интересная часть конкурса – наше дерби! Самое важное из всех – это высшее испытание выдержки и мужества. 10 трудных, мучительных минут гибель всех надежд. Тише! Тише, 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 тише! Я знаю, что вы все любите волнующие зрелища, и так, дерби! Если мне будет позволено высказать свое мнение, я скажу, что нам есть чему поучиться у этих ребят, леди и джентльмены. И сейчас я хочу им напомнить, что здесь, как и на жизненном пути, не важно быть первыми. Главное, не остаться позади. Не быть последними. Они будут двигаться по кругу 10 минут. Кто выиграет? Выигрывают все. Все, кроме трех последних пар. Итак, друзья, дерби начинается! Смотрите, это же произведение. Посмотрите на этих ребят, а теперь на часы. И приготовьте носовые платки, потому что с тремя парами вам придется попрощаться. Да, к сожалению. Сестры и доктор готовы? Правая трибуна, левая. Хорошо, давай пушку! Мистер Ритм! Выигрывают все, кроме трех последних пар. Это испытание энергии и выносливости. Если кто-нибудь из них упадет, у него есть 10 секунд на то, чтобы подняться. Только 10 секунд. Они должны идти спортивным шагом. 4 судьи судят эти соревнования. Обратите внимание на три последние пары, потому что три последние пары проигрывают и снимаются с конкурса. Обратите внимание на три последние пары. Thank you.
администрации марафона предупреждает, что делать ставки воспрещается, но никто вам не запрещает поддерживать своих фаворитов. Посмотрите на этих замечательных ребят. Каждый из них подавляет себе страх и усталость. Каждый из них стремится к победе, и ни один не намерен отступать. Они будут биться до последнего. Джентльмены, мне только что сообщили, что сегодня у нас в гостях мистер Мервин Лерой. Ты слышал, Лерой? Кто это? Знаменитый режиссер из Голливуда. Мистер Мервин Лерой. Его присутствие на марафоне радует нас не меньше, чем его фильмы. Держись! Держись, старина! Что-то случилось. Смотрите, номер 78 упал, не может подняться. Судья, прошу подойти к нему. Доктор, окажите ему помощь. Такова жизнь, давайте поаплодируем! Дружнее! Дружнее! Выдержи.
Я уже не надеялся. Это, конечно, неприятный момент для всех нас, леди и джентльмены. Но не будем нарушать правила даже через 602 часа, через 25 дней после начала конкурса. Я полагаю, эти ребята заслужили аплодисменты. Не выяснили о моем платье, мистер Грейвер. Я уже позвонил в полицию, так что скоро мы что-нибудь узнаем. Не беспокойтесь, Алис. Надо что-то сделать. Принять меры, ведь кто-то его взял. И не только платье. Там была моя косметика. И лента для волос. Доктор считает, что Лилиан Хелл может остаться в марафоне. У нее нет ничего серьезного, просто слегка разболелась голова. Слегка. Что этот шарлатан понимает? У нее, наверное, рак мозга. Нет, не думаю. Я, правда, не совсем уверен. Но мне кажется, это просто мигрень. При раке другие симптомы. Откуда ты знаешь? Видел один фильм. Там играет Анита Луис и Ричард Кромвелл. Она как раз умирает от рака, Анита Луис, и симптомы совсем другие. У нее вдруг в глазах потемнело, и она ничего не видела. Она не видела даже Ричарда Кромвелла, когда целовала его на прощание. И что же, она умерла сразу? Нет, не сразу. Она еще долго была в полузабытии. Слушала музыку. И совсем не мучилась? Вранье все это. Бобби. Эй, Бобби, вставай. Проснись, мальчик. Проснись. Томми? Да, моряк. Он никак не проснется. Эй, Фрэнк. Что тебе? Он спит, как убитый. Держи.
Ты знаешь, кто ты? Я. Дай ему еще нюхнуть. Не надо. Поставьте его. Ну. Пойдем. Ой. Ты можешь идти? Сейчас он будет в порядке. Не суйся не в свое дело. Ну. Конечно, могу. Пойдем. Так же, как в браке, этим людям надо какое-то время отдохнуть друг от друга. Но в одиночку гораздо труднее выстоять. Смотрите на них внимательно, потому что очень скоро для одного из этих храбрых ребят все может кончиться. Выключи радио. Займите! Что случилось? Пожалуйста. Я тебе помогу. Крысы, успокойся. Крысы. Извините. Ну, успокойся, успокойся, Ширли. Я их сейчас с тебя сниму. Ну, покажи мне, где они. Везде, везде, везде. Ага, нашел. Вот, вот. Вот они, да, и здесь вот, тоже. Там. Вот, и отсюда сейчас снимем. Вот и все. Ну. Успокоилась? Отведите ее к доктору, сестра. Пойдем. Пойдем, Ширли. Да, вот эта сценка. Можно подумать, что ее подстроили нарочно. Нет, к сожалению. Thank you.
Глория. Надеюсь, это маленькое происшествие не очень тебя потрясло. Нет. Курить будешь? Нет. Нет. Десять минут перерыв. Уважаемые зрители, всего только один взнос даст вам право оставаться здесь, сколько вам будет угодно. Пока наши ребята отдыхают и приводят себя в порядок, вы можете пройти в наш чудесный Palm Garden, где вам предложат освежающие напитки. Благодарю вас, уважаемые зрители. Да, похоже на ее платье. Это оно? Я сразу узнал. Возможно. Но говорить о нем Алис не стоит. Оно же все изорвано. Вы что же это так и оставите? Ведь его кто-то украл и изорвал. Может, вы соберете ребят и поговорите с ними? Ребята ни при чем. Откуда вы знаете? Платье взял я. Вы взяли? Да, для успеха спектакля мы все заинтересованы в нем. Верно? Но это же конкурс. Так вы нам говорили. Вы сами объявили, что это конкурс. Не для публики. Для вас, может быть, но не для публики. Думаешь, они тратят 30 центов для того, чтобы смотреть, как ты щуришься на солнце? Или на Алис, которая будто вышла из парикмахерской? Им совершенно все равно, кто выиграет. Джеймс и Рюби, Марио и Джеки, моряк или малютка мисс Маффет. Видишь ли, они сюда приходят посмотреть на тех, кому хуже, чем им. Именно за это они платят. Слушайте, но мы уже дошли до ручки. Грязные. Падаем от усталости. Ноги опухли. Что же им еще? Хуже не бывает. Ну, в это еще нужно поверить. А как они могли поверить при виде Алис, которая выглядела так, будто собралась на бал в Букингемский дворец? А сейчас она выглядит, как все, и публика ей поверит. Понимаешь? Ну, иди отдохни, парень, у тебя еще есть время. Да. Роберт. Уйдем отсюда. Нельзя. Пожалуйста. Алис, давайте, перерыв кончается. Уйдем, Роберт, уйдем отсюда. Скажи что-нибудь. Я не знаю. Скажи что-нибудь. Ну, пожалуйста. Скажи что-нибудь. Ну, обними меня. Поцелуй меня. Поговори со мной. Поговори. О чем, Алис? Расскажи о себе, о своем прошлом. Расскажи мне о своем прошлом. Скажи мне, в каком городе ты родился? В Чикаго. Я из Чикаго. В Чикаго. Я никогда там не была. Я даже...
даже не могу себе его представить. Расскажи мне о своей семье. С чем занимался твой отец? Он умер. Он был фармацевтом, умер от лихорадки. Снимай. Снимай. Не могу же я рвать платье. Оно не расстегивается. Вот так. Целуй меня. Целуй. Целуй меня. Целуй. Алис, кто-нибудь может войти? Пусть входит. Целуй. Алис, я... Не надо. Сейчас я тебя представлю публике. Приготовься. Иди к черту. Теперь, леди и джентльмены, разрешите вам представить нашего пианиста, мистера Коля Джеймса. Лежи.
Я передумала. Твоя партнерша тебя ждет. Она облокотилась на перила и показалась мне удивительно кроткой и совершенно спокойной. Тогда было довольно темно. Ее лица я не мог рассмотреть, но мне казалось, будто она улыбается. Прошла 1000 часов! Сейчас мы попросим Джеффа Мэксона и его оркестр отметить это событие. Итак, друзья, начинаем! Леди и джентльмены, что такое 1000 часов непрерывного танца? Это 42 дня движения, изнурительного, непрерывного. Немногие смогли бы это выдержать. А они все еще танцуют. 21 отважная пара все еще танцует. Сколько же времени пройдет, прежде чем одна из них и только одна сумеет выиграть этот марафон? Глория! Кто это? Никто. Хочешь поговорить? Нет. Я хочу, чтобы ты вернулся к ней. Нет. Она думает, что... Ведь ничего не было. Может, перейдем на другую сторону? Нет. Хочешь вздремнуть? Нет. Так чего же ты хочешь? А тебе не говорили? Много раз говорили. Площадку. Публика хочет тебя видеть. Ага. Живее. Сейчас приду. Be loved.
уважаемые зрители, разве это не чудесно? Наш номер 68, Руби Фипс, прелестная маленькая леди. Море обаяния и невероятное мужество. Надеюсь, леди и джентльмены, что вы желаете добиться ей успеха, счастья в жизни и благополучия. Зачем ты это сделала? Но нам нужны деньги. Сегодня у нас опять гости из Голливуда. От души приветствую мисс Эллен Твелтрис и восходящую звезду нашего экрана мистера Росса Александера. На нашем марафоне каждый вечер присутствует какая-нибудь знаменитость. Внимание, внимание, внимание! Но и страшна. Кто? Как моя тетка. Такая уж, наверное, сволочь. Он обещал прийти. Если бы Западу сдавали приз, какой тетка бы его получила. Какой тощий в очках лысый. Он сказал, что обязательно придет сюда. Может, я его прозевал. Что он ей мешал? Он ассистент. Говорит, убери его отсюда. Как ты смела притащить его на в мой пансион? На этой неделе не начинают ковбойский фильм. Я бы не подумала его приводить. Может быть, там найдется что-нибудь и для меня. Да он ко мне пристал на улице. Может быть, может быть. Может быть. Я не могла от него отвязаться, он за мной бежал. А вдруг этот парень меня... Я сказала тетке, если она его выгонит, ее муж узнает, что она путает с механиком. Разве он виноват? Просто отравился чем-то. И ее муж? Нет. А, механик? Нет, приблудный щенок. Ему становилось хуже и хуже. Он перепачкал все кругом. Трясся, дрожал. Жалкий, тупой пес. Все время скулил, никак не мог успокоиться. Я и подумала, какого черта делает Бог на небе? Какой от него толк, если он даже не может заставить замолчать жалкого пса, чтобы он не будил проклятых жильцов? Но ничего. Когда все разбрелись по комнатам, я отнесла его вниз. У тетки в гостиной стоял плюшевый диван. Я и уложила на него щенка. Зачем я это тебе рассказала? Надо спать. Я не могу спать. Тебе что-нибудь нужно? Мазь для ног? Топор лучше. Может, доктор тебе что-нибудь даст, и ногам станет полегче. А что он даст? Аспирин. Я так и думала. Где Джоэл? На этот раз ты подобрала настоящее сокровище. Можешь полюбоваться на него. Надо сообщить Рокки. Привет. Только не заговаривай мне зубы. Что с тобой случилось? То, что должно было случиться. Я побрился, оделся и складываю вещи. То есть как? Я получил роль. Правда, небольшая, но все-таки работа. Очкарик не подвел меня. Подонок! Ты хочешь бросить меня? Хочу. И ни на одну минуту не задумаюсь. Выдержит ли она? Через 1120 часов невероятного напряжения она осталась без партнера. Наша Глория Битти все еще борется, все еще надеется, все еще верит. Взгляните, вот она. 17 часов. Это все, что ей осталось. Найдет ли она нового партнера за это время? Хватит ли у нее мужества?
выдержит ли она? Я не уйду. Ни за что не сдамся. Как счета? Да, почти то же самое. По 3,82. Да. Что будет, если не подвернется партнер? Ну, у тебя еще 12 часов впереди. Считать я умею. Я спрашиваю, что будет. Ты же знаешь правила. А нельзя их изменить? Нет. Зрителю необходимо во что-то верить. Если он не будет верить, он перестанет сюда приходить. Таковы правила игры. Томми, помоги-ка мне. Давай. Чего же он крепко спит? Если она коснется коленями пола, она снимается с конкурса. Поддерживай. Крепче держи. Все. Отнесите ее. Простимся с ней. Нам будет ее не доставать. Прощай, Ширли, но не отчаивайся. Себя чувствую. Наши сердца остаются с тобой. Девочка, да. Ничего. Это очень печально. После тех часов, которые мы провели здесь вместе с ними, расставаться с любым из этих ребят для нас, конечно, печально. Но жизнь продолжается. И вместе с нею марафон.
Уилл, что с тобой? Вот здесь. Держись. Обопрись на меня. Сильнее, опирайся. Еще немного, потерпи. Еще немного. Одна минута. Еще немного, всего одна минута. Где же твое мужество, моряк? Где твоя выдержка? Ну, да ну же! Обопрись на меня! Мы должны дойти, ну! Я устала терять людей! Я устала! Морячок и маленькая энергичная леди в большом затруднении. Так двигайся, черт побери! Иди! Осталось 30 секунд! Ты слышишь, осталось 30 секунд! Только 30! Только! Иди! Старый морячок, кажется, устал. Сейчас ему окажут помощь. Что с тобой, дружище? Скажи! Он здоров! Уберите его! Оставьте его! Пустите! Уберите он здоров! Уходите. Я говорю, он здоров! Как вы думаете, с ним все обойдется? Умер. Я только что получил сведения от нашего врача. Нет ничего серьезного. Это от усталости, с ним все будет в порядке. Я понимаю, что Гарри, старый морской волк, хотел бы остаться в марафоне. Но доктор говорит нет, а в таких случаях слово доктора – закон. Прощай, Гарри. Но я уверен, что ты к нам еще вернешься, чтобы поздравить победителей. А сейчас, леди и джентльмены, у вас есть 10 минут, которые вы можете провести в нашем чудесном Пальм-Гардене. Было очень тяжело. Ой, прости. А разве нам легче? Что вы стоите? Пропустите-ка меня. Алис. О, Боже. Дайте мне эти. Уйдите. Убирайтесь, говорят вам. Можешь выйти оттуда. Тебя никто не тронет.
Если долго быть под душем, можно простудиться. У тебя будет кашель. Выходи. Я только выключу воду. Я хочу тебе помочь, Алис. Я только выключу воду. Ну хорошо, не буду. Если ты против. Скажи мне. Может, тебя кто-нибудь обидел? Он... Моряк? Ты говоришь о нем? Нет. Даю тебе слово, он скоро поправится. Парень встречает девушку, парень теряет девушку, парень снова с девушкой. Это история нашей любимой пары Глории Битти и Роберта Сайвертона. Внимание, внимание, внимание! Я не сценарист из Голливуда и не пророк. Но мне кажется, я знаю, чем все это кончится. Верно, Роберт? Верно, Глория? Неверно. Может быть, подсудимый хочет сделать суду какое-нибудь заявление? Нет. Нет, сэр. Входите, входите. Устраивайтесь поудобнее. У вас перерыв, вам нужно отдохнуть. Садитесь же. Знаете, ребята, тут у меня появилась идейка. Если ее осуществить, это принесло бы пользу всем нам и доставило бы удовольствие нашим зрителям. Посадишь нас в клетку, как дрессированных обезьян? Ну, что за шутки? Я не шучу. Видите ли, ребята, мне пришло в голову вас поженить. В зале, в присутствии публики устроить свадьбу. После представления вы сможете сразу развестись, если захотите. Что ты на это скажешь, Роберт? Я не знаю права. Он говорит нет. Она всегда отвечает за тебя, Роберт. Да, всегда. Ну что ж, Роберт, может, я поговорю об этом только с ней? Идет? Да, конечно. Ну, с тобой все решено, не правда ли? Ты согласен? Нет, сэр, это не так. Я не говорил. А это не важно, не важно. Иди в зал, Роберт. Послушай, в чем дело? Боишься выйти замуж? Ты не успокоишься, пока все из нас не выжмешь. Я ни за кого не выйду замуж. Это же бизнес. Это только бизнес и больше ничего. Ты выйдешь отсюда не с пустыми руками.
Получишь подарки, всякую посуду, вафельницы, тостеры. А куда мне девать все это дребедень? Продашь, заложишь. Послушай, я хочу помочь тебе. Ты могла бы выйти отсюда с парой сотен долларов, это уже кое-что. А так у тебя будут только центы, которые тебе швыряют. Да? А если мы все-таки выиграем приз? Послушай меня. Я давно занимаюсь этим делом. Правда, я не всегда могу угадать победителя. Но кто будет в проигрыше, это я всегда знаю. Какой же ты подонок! Возможно. Но благодаря мне ты можешь получить пару сотен. Но моя доля 750. Да. А твои счета? Что там за счета? Ты что же, думаешь, этот марафон мне дешево обходится? Я получаю каждый день кучу счетов и оплачиваю их. В наше время все, что вы здесь получаете, стоит уйму денег. Можешь сама посмотреть. Что это? Счет на тебя и Роберта. И нужно платить? Только если выиграешь. Проигравший ничего не платит, таковы правила. Недорно. Что это такое? Теперь это не важно. Пойдем. Где же второй, черт возьми? Да не стой ты там, лучше помоги мне искать. Я не знаю, какой он. Точно такой, как этот. Может, думаешь, на галстук похож? Вот что я тебе скажу. Пока я его не разыщу, я не уйду из этой дыры. Это у меня единственная пара. Я месяц не ездила в трамвае, чтобы купить их. Этот? Да нет же, у меня шелковый. Нашел. Вот он. Я нечаянно, прости. Можно все-таки что-нибудь сделать, заштопать? Давай посмотрим. Глория. Вот у меня тут 72 цента. Может быть, можно купить. Замолчи. Ну разве ж дело в чулке?
Я так любил океан. Любил просто сидеть и слушать его шум. А теперь мне и он безразличен. Океан. Кому это надо? Что ты будешь делать? Пойдешь в массовки? Нет. Не пойду. У меня там все равно ничего не получится. Потому что там, как в этой проклятой жизни, все места заняты. И роли уже давным-давно разобраны. Я понимаю. Я это понимаю. Правда? Все-таки что-то решила. Хочу избавиться от этого балагана. Да чего же меня от всего этого тошнит? От чего? От жизни. И не говори мне о ее радостях. Я не хочу. А почему ты на меня так смотришь? Я просто хотел увидеть твое лицо. Можешь смотреть. Смотри на прощание. Не могу. Пожалуйста, пожалуйста, помоги мне. Скажи, когда будет можно? Уже можно. Ты готова? Готова. Где ее вещи? Давайте сюда.
иди. Зачем ты это сделал? Она просила. Черт. Услужливый мерзавец. И это единственная причина, парень? Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Внимание, внимание, внимание! Вот эти чудесные ребята! Посмотрите, посмотрите на них! Они еще надеются, они еще борются! Они ждут, ждут своей судьбы!